Для чего управляете, если употребляли спиртные напитки? Вы же знаете, что нельзя же. Водительского нету? Не получали? От машины документов? А где? Здравствуйте. Машина чья? Машина чья? А как она у вас оказалась? Не может человек убрать, зачем он снимает? Как она оказалась у вас? Зацепь. Так вы ездите? Значит, у вас водительская есть? Без водительского работаете? А. Ну пойдемте к нам, присаживайтесь. Страховочки тоже нет, да? Нет. Если есть регистрация, вообще. Вообще ничего нет. Идет анализ. Подожди. Все, я в день буду пиво пить. Я тебе говорю, блядь, не надо никуда ехать. Ну, Артур, я поехал. 893 миллиграмма на литр. Понимаете, видели?